Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «На четверых». Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую вам перейти именно к ней. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас. Ну а всем остальным приятного просмотра. Жалко, что это народ не знает. В основном все мусульмане. По крайней мере, российские точно. Так, надо... чтобы не через речку атаковать. Так, пошли с Мамбасы пробовать взять дань. Кстати, у меня даже и в Багдад будет добегать, по-моему. А, у меня только в Медине амбар построен. Надо в Мекке амбар построить. Да, и у меня амбарный ресурс к тому же. Так, давайте-ка пока... вот так сделаем. Нет, забираем себе. Грек в традицию пошел еще. Прям не грек, а Польша. Грек, видимо, решил, что у него тут игра в развитие будет. Уже не хочет, потому что у него юниты посильнее появились. Что, кстати, я могу еще тут поставить город, будет у меня цитрус. Сначала хочу нацколледж все-таки сделать. Так, сколько у грека городов, интересно. Три. Мало. Так. Я сейчас возьму покупку на 20% меньше и куплю миссионера. Распространю религию на свои города. Выросла. Производство или еда? Еда. Хотя, наверное, давайте лучше вот так. Так, философию открыли. Нацколледж. Пошли теперь в наше уникальное здание. Мамбаса мне вряд ли уже даст дань, конечно.
Да не. Скоро вино обработаешь, но вижу, что у тебя его два. Ну, на границе. Так, тут проблема не в этом. Ну ладно. Так, ну пока поиграю в 4 города. Значит, пятый я могу вот тут сейчас поставить. Алексей, ты справа снизу, да? Да. Ну вот, собственно, местность понятна. Нет, это Старослужака, да? Багдад там стоит. Нет, там стоит Медина. Но все равно счастье в копилку. Такие проблемы у грека с деньгами, что он ко мне караван отправил. Вот у нас лагерек. Надо с ним расправиться. Включаем на еду. И еще и производство здесь. Так, теперь на пагоды. Мекка растет. 4-1, а так 3-2. Ну, я хочу из Дамаска отправить тоже в Мекку, так что не вижу причин спешить с постройкой каравана. О, золотой век начался. Поэтому лучше пускай отъедается. А мы пойдем
Вот это какао обработаем. Уже больше армия у грека. Так, Багдад вырос. И Дамаск вырос. Датчанин, ты прям двумя скаутами с двух сторон, со всех флангов окружил. Так, пока тут не будем расти. Там по Фнути, наверное, первый по населению, да. Ну, план, в общем-то, такой. Дожить до верблюдов и верблюдами сносить грека. Наука у меня будет от религии, то есть я буду покупать универы и прочее за религию. Банза мне юнит, что ли, дарит? Не, нафиг он мне нужен. Если бы что-нибудь покруче, а то дуболом вообще бесполезно. Дамаск. Ну да, вот тут еще можно будет город, то есть 6 городов, в принципе, можно поставить. Так, что-то у меня города хотят. Библиотека построена. У меня пока одни благовония. Ну и у меня одни был этот свиньи. Ну, я обработаю, дам тебе.
Блин, мне нужны свиньи, надо лучше искать. Ну так ищи. А ты грека нашел? Да. Нет, он меня нашел. Так, пока не могу запустить следующим ходом. Из Дамаска в Мекку. Так, а что там Мекка вообще обрабатывает? Боже, великого музыканта хочет. Что хотят музыкантам? Мамбаса хочет иудаизм. Так, ну все остальное фигня какая-то. Так, мне вообще оракул нужен. Так что, наверное, мы его сейчас построим. 5-6, блин. У меня уже скоро над сколиш можно будет строить. Да, 3 хода. Ладно, придется оракул, видимо, отдать кому-то. Да, блин, и мавзолей геликарнасский был бы в тему. Грек тут вроде ничего не строит. Пойдем за греком наблюдать. Багдаде тоже пока все путем. Так, сейчас вылечим скаута, пойдем, наверное, попробуем Рим найти. Два, четыре, три. Два хода можно будет оракул построить. Ну, посмотрим, попробую переключиться еще все на производство в Мекке. Может, побыстрее. Оракул в этом случае очень неплох, потому что я так могу взять Organized Religion или даже вообще гражданство и Representation, чтобы следующие города меньше культуры требовали. Святилищ и храмов-то у меня немного, и реформация не так быстро нужна.
что мне можно сначала выйти в верблюды. Ну, пагоды начали покупаться. 8 ходов. А если вот так? 7. Так, больше переключать. Так, все равно 7. Нет, я все же увидел. У Багдада чудо. Ну и как оно тебе? Меня слышно? Да. Да, слышно. Что там? Спрашиваю, что там, как оно тебе? Раз, раз. Раз, меня слышно, два. Нет? Я слышу. Слышно. Похоже, он нас не слышит. А, у него прокачанный скаут. Видимо. Так, вообще оптику надо бы открыть мне. Не помешает, собственно, как и колосс. Я все это... Меня слышно? Да. Слышим тебя. Ты нас слышишь, скажи? Видимо, нет. Зря Грек построил Стоунхендж. Нет смысла меняться. Сколько будет надсколич строиться? 8 ходов. Блин, хочу сначала оракул все-таки построить. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Два-два-два, и через два хода как раз деньги еще откроются. Классно. Блин, хорошо, что у меня так много рядом городов-государств. Я религию свою разнесу по ним. Будет плюс 2 золота. Стенку пафнуть и что ли? Да. Алло, меня слышно? Слушай, мы тебя слышим, это ты нас не слышишь. Да блин, капец какой-то, у меня ошибка потом вылезла. Не понимаю. Сейчас перезагрузил, вроде лучше стало. Ну ты нас слышишь? Да, сейчас теперь слышу. Так мы тебя тоже слышим, ты... А меня слышно? Меня слышно постоянно. Я же тебе написал в чате. Я тебе в чате написал, что мы тебя слышим. В игре. Обратил внимание.
Угу. Я говорю, чудо увидел у Богдана. С этого момента я узнал, что меня не слышно. Точнее, я вас не слышу. Ну и как, понравилось тебе чудо? Замечательное, красивое. Ну, по крайней мере, оно очень счастливое. Так, да, нормально. Но оно не очень счастливое. Очень счастливое — это источник вечной молодости. Ничего не скажу, да. Там, считай, сразу персом становишься еще. Так, базар. 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 Да, и заодно в Багдаде... Ну, я великий, наверное, маяк в Багдаде построю. Так, нацколледж. Алвиплей предложение. Я как бы нажал, но не знаю, успела. Храм Артемиды. Так, Дамаск вырос. Не, пускай коров обрабатывает. И Медина. Блин, вот Мединой надо заняться. Там вообще как-то грустно все. О, Пафнутий. Здорово. Здорово. Нет человека, да? Ну, я уже поменялся с зданий. Извиняй. Блин, а может просто маяк построить? Ладно, сейчас глянем, как долго он будет строиться в Багдаде. Да нет, 12 ходов. Нормально, пускай будет. Хоть культуру будет еще давать, чтобы быстрее. Дорога. Тут
Наверное, варвары до сих пор есть, раз он раненый. Сходить, что ли, туда? Вот тут постоим, засветим. Воинам сходим. Так. Зачем мне открывать колосс, если я его сейчас не буду строить? Правильно, правильно. Давайте попробуем гильдии урвать. Средневековье. Ну, наверное, в гражданской службе. Нет. А, да, в гражданской службе. Пагода в Медине куплена. Осталось в Дамаске, и можно переключить на покупку миссионера. Стоит. Кто-то что-то мне ВКонтактике написал. Так что Мекка обрабатывает всякую хрень. Ну, быстрее, чем за два хода не получится, поэтому пускай он трюфеля обрабатывает. И следующим ходом оракул никто не построит, значит, он мой. Что очень даже хорошо. И надо будет сразу еще два города ставить. Так, оракул мой. Что, клетки тут купил? Или само присоединилось? Что, Братислава не хочет, чтобы этот лагерь? Странно, давно там этот лагерь вообще? Так, пойдем лошадей присоединим. Тут варварский лагерь. А, уничтожили лагерь Мамбаса. Это грек, видимо, уничтожил, стал его Lands of Rome.
Ну, пускай развивается. Если бы он у горы стоял, я бы еще волновался, что-то. Так. У него столица меньше, чем у меня через волю, а у него через традицию. Вот. Обрадовал Софию, что встретил Рим. Будет в три города играть грек. Очень интересно. Блин, кошка тут по клавиатуре ходит. Так, пошел маячок. Куда так далеко от основных земель? Что-то Петра не зашла работать совсем. Что ж поделать? В смысле Петра не зашла? Петра у грек может построить Петру. У меня ни одного пустынного холма нет. Я не пойман. У меня одна пойма, на которой стоит столица и предлагают построить. Нет, так я ж не говорю, что тут Петр офигенный. Просто может построить пино. А что, лишний караван вам не нужен? Помимо Петра есть чудеса неплохие. Да-да. Говори и бей ложечкой по стенкам стакана. Тебя так намного лучше слышно. Так. У меня, по идее, трюфеля еще лишние должны быть теперь. Да? И мрамор, ну, потому что там базар закончился. Ну что, Пафнутий, что дашь за трюфеля? У меня есть хлопок. Ну, дело в том, что хлопок я тоже когда-нибудь присоединю. Но дело в том, что тебе, видимо, трюфеля нужны для роста, правильно я понимаю? Да. Ну, а смысл мне тебе давать расти? Так что ты что-нибудь предложи такое, там, каких-нибудь денег, я не знаю. Ты, наверное, тогда красители возьми у грека. Хорошо, возьми красители у грека. Может, неплохо зайдет. Так. Ну, мне, собственно, не с кем больше торговать. Но я не хочу давать трюфеля, если у него день отчизны начнется. Ребят, один две минуты. Все, ребят, пилим его. Окей. Раба. Нет, Пафнутий, он же отошел на 2 минуты. Блин, ну кот, что ты тут ходишь? Так, пагоды куплены везде, теперь опять на миссионера. Так, а в Мекке после нацколледжа... 2 сетлера. Ой, что это я с колледж отключил? Ну, я в средневековье вышел. Можно будет Мачу-Пикчу еще построить. Ну, Мачу-Пикчу, конечно, важнее Геликарнаса. В любом случае.
Правда, я еще дорогами ничего не соединил. Кстати, я могу Софию захватить. Вот у меня будет соединение с Багдадом. Не, нормальный Багдад город вполне. И еда есть, и производство есть, и ресурс есть. Все классно. Блин, я вот только не знаю, пойдет ли этот лес мне или Момбасе. Интересные вопросы. Слушай, я буду вынужден убить твоего скаута сейчас. Зачем? Ну, потому что у меня караваны будут ходить, и ты стал тут как раз. Я не буду грабить. Ну, мне не надо, чтобы он стал. Я у Халецкого один грабил, у Грека не грабил. Ну, убери его, мне не надо, чтобы... Ладно, следующим ходом я уберу, согласен? Просто сейчас я только встал. Да. Просто я там... А. Только сейчас. Я просто не вижу твою демографию. Ой, в армию. Короче, понял. Армию я, короче, не вижу. Демографии. Решил посмотреть экранать. Что ты не видишь? Вся она у него последняя. Да, нет, как-то нет, это только что на этом ходу появилось. То есть до этого момента я смотрю, что я последний. Араб, ты вроде предлагал, ну, хотел мои благовония, они тебе нужны? Да, выбирай, какой ты хочешь ресурс. Вот, у меня сразу два города сейчас. Мекка и Багдад. Я сейчас вон снизу ГГшку посмотрю. Багдад, нормально. Все путем. 7 ходов. Нормально, все нормально. Сейчас еще вырастет город, какую-нибудь клетку обработаю. Что тут метка выросла? Ага. Нету денег клетки покупать. Отлично. Один ход.
А Багдад что купил? Вот эту клетку. Нормально. Нормальненько. Грек. Союзник Мбанзы Конго. Боже, что ж там Мбанзы Конго хотела такое? Так, базар. Блин, строить больше нечего. В Медине-то. Давайте рабочего. Думаю, тут ставить? Или вообще можно вот тут? Не, ну, тут вот на озере неплохо будет, мне кажется. Тут проблема в том, что датчанину будет легко меня атаковать тогда. Например. Миссионер куплен. Может, дороги провести? Может, этих оленей у столицы забрать? Да, давайте так и сделаем. Так, сколько? Один ход, да? Я тоже отойду, пока планируете, как меня распилить. Пока я ходил, вы планировали меня пилить? Пафнуть и угорает, в общем, по развитию. Меня слышно? Да. Буду на неделю винду переставить. Мне не нравится все. Девять клеток с дорогой требуется.
Ладно, пойду дорогу строить. Я знаю, что строятся поселенцы, но даже все равно яблоки лишние, они добавляются к строительству. Так. Плюс два. Где же у него этот город? Не увижу я, к сожалению. Блин, или не ставить тут город? Так, знаете, такое, ну, не прям уж фонтан-то место. Тут хорошее место, да. Но все равно, наверное, я тут поставлю. Чтобы, во-первых, меньше дорогу вести, да, чтобы меньше возможности атаковать было. Или вообще вот сюда поставить, слушайте. Вот сюда. Вообще тогда хрен возьмется. Здесь можно Софию, как я искал, захватить. Грек, ты куда армию дел? Что значит, куда армию делать? Где бы армия больше, чем у меня? Не знаю. Да ничего с ней такого не делал. А, ну мне, наверное, подарили вот прошлым ходом катапульту. Я ее продал. Бизнесмен. Качиваем слегка скаута. Так, акведуки. И теперь... Давайте, наверное, пророка уже укрепим. Интересно, у него город на воде или нет? Так, Багдади сразу начнем колосс. Правда, я сейчас переключу на рост. О, тут Рим рядышком с зданием-то. Thank you.
Кстати, в первой ФФА я играл за греков против арабов. Теперь я за арабов против греков тут. Забавно. Так, еда. Еда. Все на еду. Грек, может, открытые границами обменяемся? Ничего. Ну так, как бы ходить, чтобы. Я как бы нечего от тебя скрывать. А, подожди, ты еще не открыл гражданскую службу. Да. Ты хочешь обменяться границами, чтобы не беспокоиться, что я нападу или ты? Ну, как пример. Ну, так давай, не знаю, оборонку заключим просто. Или... Так, мы еще не можем. Если мы еще не открыли гражданскую службу, то оборонку, соответственно, тоже мы еще не открыли. Нет, так, ну, я сейчас уже открою. Оборонительный союз, ну, в рыцарстве, да? Ну. Ну, вот. Согласен на такой расклад? Ну, можно. Что думаешь, мне как раз 25 ходов хватит подготовиться? Так, тут достаточно мы обработали. Можно рабочего к столичке перекинуть. Сохранить, просто куплю сейчас тут пагоду и все. Слушай, Пафнутий, зачем ты туда стал метколуком? Выпусти моего копейщика. Блин, сейчас я очень холодно. Ты что, думаешь, тут тебя копейщиком и скаутом захватывать иду? Не, я просто хотел посмотреть, что там дальше. И просто какая-то странная компания копейщика и скаут. Да у меня там этот был. Лагерь варваров я копейщиком долбил, а скаутом потом взял. Итак, эта серия завершена, продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.